То, что Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes, это событие ожидаемое, потому что он действительно является самым влиятельным, авторитетным человеком. Я знаю, что на форумах английских, американских, европейских публика приходит и говорит, что им нужны такие же правительства и такие же президенты, как Путин есть в России, потому что он умеет отстаивать национальные интересы, в отличие от интересов других стран. Сейчас, например, травля Меркель организована, значит, которая проявила слабость и бесхарактерность и позволила шпионить за американским спецслужбам за ней. Вообще, сам скандал, связанный со шпионажем, он ударил по авторитету Обамы, и несмотря на то, что он возглавляет самое богатое политически могущественное государство мира, мы видим, что он утратил всякий моральный авторитет, и тем самым он не может влиять на других людей. Его слово теперь меньше значит, чем оно значило там 3 года назад, 5 лет назад. Вот. Наоборот, слово Путина становится более весомым, более серьезным, и вот как пример самый лучший – это его инициативы по Сирии, которые просто разрешили наболевшую такую проблему, когда уже все были готовы к тому, что начнется очередная война, и наши инициативы были положены в основу мирного урегулирования процесса.